Управление по делам молодежи совместно с молодежным центром «21 век» с началом самого жаркого времени года открывает летние дворовые площадки. На протяжении 3 месяцев 45 площадок будут функционировать в городской черте и в сельских округах. Этим мероприятием мы даем старт работы площадкам по месту жительства в нашем городе. Таким образом, выполняем поручение нашего главы муниципального образования Сергея Павловича не забывать об организации досуга в летний период наших местных ребятишек. Открытие площадки в 12-м микрорайоне стало настоящим праздником для местных ребятишек. За несколько улиц были слышны веселые песни и радостный смех. В первый день лета для ребят устроили оживленную развлекательную программу. Это очень интересный праздник. На нем очень интересно, много призов, рисуют тату на лице, на руках, можно даже на ногах, и раздают призы. Делаем зарядку, рисуем, делают мячи. Ну вот то, что рисовали, и чупа-чупсы. А делают участки? Да. Ну там, там танцевали, прыгали. Ну, нам все понравилось, нам выдали шарик, обрисовали. Очень неожиданно то, что бесплатно вообще. Мы узнали чисто случайно, пошли с родственниками, вот. И решили зайти, довольны, дочке нравится, не хотим уходить отсюда. Все лето на таких площадках детей будут развлекать аниматоры и вожатые. Ребятам не придется скучать. Каждый день будут организованы спортивные и интеллектуальные игры и конкурсы. А для родителей, что важнее всего, чтобы у детворы было развивающее занятие и полноценный отдых.